Поспешное решение стало причиной крупной аварии на пересечении улиц Чистопольская и Меридианная. Там столкнулись ВАЗ-2110 и «Лада Калина». Последняя после удара оказалась на крыше. Оба участника столкновения заявляли, что выезжали на перекресток на разрешающий сигнал светофора. Все произошедшее зафиксировал видеорегистратор. С подробностями Айрат Назипов. Сразу после ДТП на место происшествия прибыла бригада медиков. Врачи оперативно оказали помощь водителю «Лады Калина», который на момент столкновения находился в салоне без пассажиров. Девушку перебинтовали руку, а от госпитализации она отказалась. Отойдя от шока, рассказала, как так произошло. Зеленый свет выехал, а желтый загорелся. Но я же не могу оставаться на этой дороге. Я продолжала путь, и у них, видимо, зеленый. Я уже доехала до сюда, зеленый здесь загорелся. И они меня немножечко задели, Что-то у меня очень быстро машина перевернулась. Второй участник аварии утверждает, что заметил «Ладу» в самый последний момент. Отметил, что перед этим он пропустил два автомобиля, заканчивающих проезд перекрестка. Вот у меня очевидец даже был там, друг. Ехали вместе на зеленый, выехали, и прям вот выскочила она. Она прям... Да, вот еще две машины были, я так еще проехался, и она вот здесь, например, хоп, выскочила сразу. Вот считай, я вот отсюда, считай, на зеленый выехал, вот здесь еду, считай, вот считай, вот отсюда доехал уже. И вот там уже... Уже зеленый, уже конкретно зеленый же был. Она взяла, выехала, и вот так получилось. Момент ДТП зафиксировал видеорегистратор одной из проезжавших машин. На съемках видно, что «Лада Калина» выехала на перекресток явно не на красный сигнал светофора. Желтый горел, когда она была уже на середине перекрестка. Возможно, именно эта видеозапись поможет установить степень вины каждого автомобилиста. Айрат Назиф, Адель Мулахметов, вызов 112.